Ровно месяц назад российский прибор «Дан», установленный на американском марсоходе «Curiosity», доказал свою работоспособность. Земля получила первые данные о наличии воды в месте посадки аппарата. Несмотря на то, что ученых они не впечатлили, дебют нашей установки признан успешным. У нас в студии ведущий разработчик аппаратуры «Дан», научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Максим Макроусов. Мы не единственный прибор, который стоит на этом марсоходе. Не единственная задача у этого марсохода – это поиск воды. Вторая очень важная цель – это изучение этой планеты вообще-то для будущих пилотируемых миссий туда. Очевидно совершенно, что в этом веке, ну, во всяком случае, тенденции такие общие, как бы человечество, что, наверное, если уж куда и лететь и надо, то это, естественно, Марс. Получено огромное количество информации, уже огромное количество информации. А сколько мы еще получим, это даже еще предстоит только понять нам и осознать.